Весна пришла, весне дорога, как говорится. На улице за плюс 25. Обалденный денек сегодня. Ну никак не мог, я думал, сидеть, не выйти прогуляться. Да порыбачить, уже соскучился по этому делу. Месяц нигде не был. Вот иду на одну из речушек. Птички поют, комары летают. Все хорошо. Иду тут такой, кому-то весело было. Если не ошибаюсь, это аккордеон. Порвали. Подхожу к до боли знакомой табличке. Вода большая нынче, еще не упала, с начала мая, что ж поделать. Ну ничего, попробуем, может что-то да поймаю. Да, рыбачь сегодня буду пробовать на боковой кивок мормышкой, ну и насадка опарика возьму. Глубина здесь приличная, метра полтора где-то. Сейчас будем дно искать. Леска 0,18, толстоватая, блин, надо было зимнюю поставить. Что-то я не подумал. Ну, чё? О, дно нашли. Дно нашли. Так. Есть поклевка? Что-то было. Здесь я рыбачил по осени, когда заберги были. Может, что-то видел из вас. Есть поклевочка, но безрезультатная. Течением сносит, мормышку надо потяжелее ставить. Да что ты сходишь-то? Не хотит она что-то ловиться. То ли мелкий совсем. Надеюсь, вам видно там было. Такая уверенная поклевка. О, долбит как. Есть контакт. Ой, какая мелкая. Это жесть. Ладно, пускай плывет. Папа с мамой зовет. Таких нам не надо. Плохо клевало. Нынче что-то решил на боковой кивок упор сделать. Ну и поплавочка. Интересно мне стало это занятие. Лесочку еще надо поставить, наверное, 0,10 или 0,12. Вода большая. В общем, посидел 2 часа. Так больше ничего не поймал. Были поклевочки.
но что-то вообще долбанет и отходит. Выдвигаю в сторону дома. В лесу водоем заметил. Сейчас хочу зайти попробовать, вдруг там что есть. Прям вообще неизвестный водоем. Первый раз его вижу, сколько здесь ходил. Не мог не заснять. Лестница здесь такая вот массивная. К водоему. А вот и сам водоем. Насосная бывшая, что ли, была. Воду качали куда-то. Помостки такие вон. Приближу. Вон какие массивные. Ну, видимо, давно заброшено уже все. Не знаю, может, здесь рыба какая есть. Попробую. Может, что клюнет. Да, стопудово насосная была какая-то. Рукава пожарные валяются. Если не ошибаюсь, на 120. Чё ж, попробуем сейчас. Время еще есть, солнце еще высоко. 7 часов вечера всего. Сижу 15 минут уже примерно. Ни одной поклевки. Лягушки квакают где-то вдали. Может быть, рано здесь еще, не знаю. Вернусь сюда попозже, наверное, через полмесяца. Потеплеет хорошенько. Карась начнет когда клевать. Может, здесь карась есть хоть. Если нет, так буду зарублять озеро тогда. Для себя, так сказать. Места есть, где пятачки клюют, так что надеюсь, все получится. Что ж, давайте. Всем удачи, всем пока.